вы заметили, что у нас так красиво? Елку повешали, Деду Морозу. Наверное, скоро Новый год. Нам принесут много подарков. А сейчас мы будем смотреть, что внутри наших лизунов. Ростик, ты любишь лизуны? Да, люблю. Мне всегда было интересно, что там внутри. Арина, а мы что, будем их разрезать? Мы их разрежем пополам. Арина, с чего начнем? Вот этого. Смотрите, как оно красиво делает. Тын-тын-тын. Это трицесовый шарик. Костик, тебе нравится этот трицесовый шарик? Да, он очень успокаивает. Кого-нибудь. Ростик, ну что, разрежем и посмотрим, что там внутри. Давай. Я думаю, что там блёстки. О, тут слизь. Блестящие. Скажи, зачем нам слизь, если у нас есть отличная слизь. Ай, чуть палец. Не, я отрезала. Слизь, выходи ты. Так вот, мне как нравится. Это придумано. Вот, оказывается, что внутри. Надо слизь, и получаются маленькие куперышки. Было прикольно. Ростик, что мы следующее будем разрезать? Я думаю, лучше разрезать. Это яйцо динозавра. Наверное, там внутри маленький динозавр. Я не боюсь игрушек на динозавра. Ах так? У меня для этого есть чудо-молоток. Сейчас мы его разобьем. О, уже разбился. А ну-ка, динозавр, прощайся. Я знаю, наверное, такого динозавра. Это длинная шея. Это длинная шея, моя любимая. Но это же его лицо разбилось как настоящее. Вот тут его дом. Вообще-то этих динозавров нужно вылащивать в воде. Тогда они будут вот такие большие. Ну, не по правде. Ну, и по правде четко. Вот такие, наверное. Вот такие где-то. Маленькие. Сейчас мы будем разрезать этого лизуна. Костик, смотри, какая это настоящая лампа. Я лампочка. Лампочкой можно? Тут обычная вода. Все, ясно. Ой. Еще и сзади. Что это? Это вода. Более тяжелая вода. Смотри. Там, наверное, вода или слизь? Сейчас мы это узнаем. Костик, закрой глаза. Арина, это не смешно, я не болю змей. Костик, что будем следующее резать? Вот этого паука. И резаем мы вот такого слизуна. Это какая-то рыбка. Или даже слизун какой-то. Арина, смотри, как она тянется. Прикольная штука. Давай посмотрим, что внутри. Давай. Ой, я думаю, что там ничего нет. Арина, держи. Помоги мне. Держи за хвост и держи. Мне. Ничего, обычная слизь. Теперь у нас мне хвостик, а тебе одна голова.
А внутри ничего нету. Арина, давай разрезай змею. Посмотрим, что там. Ой-ой, тут какие-то шарики. О, это лука, деревья луканов. Ай. Арина, оказывается, в мире были шарики. Да, я хотела слизюку и воду. Ну что, посмотрим, что у нас еще осталось. У нас остался вот такой чудик с соплями. Мне такая игрушка не совсем нравится. Не люблю такие сопли. Понравилась эта игрушка. У него такие смешные сопли. Девочки такое не любят. Ребята, напишите, какая вам игрушка нравится больше всего. Напишите нам в комментарии. Гости, какая тебе игрушка понравилась? Вот это. А мне нет. А мне понравился твой динозавр. Всем пока-пока. Подписывайся на мой канал. Всем пока. Ставьте лайк.